15 сентября Тверскому кофеобжарочному заводу «Паулик» исполняется 9 лет. В преддверии праздничной даты наша съемочная группа побывала на производстве и познакомилась с традициями производства качественного кофе, а также достижениями и планами компании. Компания «Паулик» начала работу на российском рынке в 1992 году и сейчас является одним из главных производителей в сфере натурального кофе. В 2011 году в Твери был открыт завод полного цикла по обжарке и упаковке кофе. С этого времени компания укрепляет позиции на отечественном рынке. И даже в пиковый период пандемии коронавируса здесь справлялись со всеми сложностями. Благодаря тому, что у нас функционировал и до сих пор функционирует штаб по координации, да, это, который управляет слаженной работой всех подразделений, мы не потеряли никого из сотрудников, да, ни с точки зрения там, ни сокращений, ни с точки зрения последствий коронавируса. Главным принципом работы «Паулик» является высокое качество. Это распространяется не только на кофейную продукцию, но и на все, что делает компания. На заводе особое внимание уделяется эффективному управлению деятельностью, развитию, обучению и безопасности сотрудников. Сейчас на производстве соблюдаются строгие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Часть сотрудников по-прежнему у нас продолжает работать по графику. Это офисные сотрудники, да, 50% работают из дома, 50% в офисах непосредственно на местах. «Паулик» проводит большую работу по созданию новой продукции, чтобы покупатели каждый год открывали для себя новые вкусы. В этом году нас и потребителей нас с вами ждут очень хорошие, классные новинки, которые мы готовим уже вот, буквально несколько дней назад. Да, там первые производственные тесты завершены, и вот осенью мы планируем такую широкомасштабную акцию по выводу новых позиций на российский рынок. В ближайшем будущем на заводе планируется увеличение производственных мощностей. В частности, это установка и запуск новой автоматизированной линии по упаковке продукции. Также руководство компании особое внимание уделяет сохранению окружающей среды. Практически все отходы отправляются на вторичную переработку, рассказывает Сергей Юшин. В «Паулик» уверены, что необходимо сохранять ответственный подход во всем.